70-й... О, опять этот чел. Вчера только его убил, блин. А тут еще и так жестко его, блядь, надо идти смотреть на стрим реакции. Так, тут же звука нету, да, как я хожу? Делать все со звуком не обещали. Они уже, получается, две разные там итерации звука пытались добавить. И становилось только хуже с каждым разом. Ты чё там затаился, блин? Блять, а ты кто такой? Сейчас обманем его. Прыгнул. Взял и спрыгнул, разбив стекло. Ля, мне так нравится, когда мои пакости срабатывают. Да. Семидесятый. О, опять этот чел. Да вы, блядь, серьезно? Сейчас пойдем смотреть реакцию на стриме. Вчера только его убил, блин. А тут еще и так жестко его, блядь, надо идти смотреть на стрим реакции. Семнадцатый уровень тут стоял. Мне показалось, он с большой сумкой, а у него вот эта сумка страшная, терминатор. Так, сейчас посмотрим, что там происходило. А, четверых я убил. Я что, взорвал реально кого-то, что ли, в начале? А, да, я взорвал кого-то.
А, ну вот тут я был уже на третьем этаже. Он прокинул Грену. Я буду пытаться с окна Грена ему прокинуть. Понятно, значит, это он подходил. Трёшкой. Крался. Вопрос какой, второй или третий этаж? Крался. Антоша, здорово. Вот здесь можно оставить. Вот я убиваю чувака в двушке. Okay. Будет ли у него слышен мой хитрый план? Так, и куда он делся? Да, слышно прям идеально. Да, Курт, опять встретили его. Причем прикольно его провел. Разбил стекло, подпрыгнул на месте, и он подумал, что я выпрыгнул. Хотя целится. Может быть, он даже и не купился на мою обманку. Опа. Блядь, да и блядь! И нахрен! Сука! Ой, бля... Вспомнит, нет, меня со вчерашнего стрима. Как, сука, я, блядь, его не забрал? Пиздец, блядь. А, блядь, опять он нахуй, а? Вспомнил. Хуй знает, как, блядь, не забрал нахуй? Какой этаж? Интересно. Непонятно. Блять! Ебашки, парика! Воу! Пацан готов! Роснеро. Что тебя убило? Граник его убил. Ух ты. Блин, вот там открыта дверь. Там кто-то был. Ох, двое. Один в упоре, один там.
Шевелился, зашевелился. Вот так вот. Мэтт, здорово. У кого гранатомет, мне интересно. Ритон. Бегает как ЧВК. Так. Потому что это и есть ЧВК. Где гранатомет? Кто там его взорвал? Кашкарик. Кашкарика будем искать. Так, тут спирчик лежит. А, так. Тогда возьмем вот так. Аша брать не будем, даже даром. Блин, ну давай палку-стрелялку тогда спрячем где-нибудь здесь. Во. Боты. Блин, я только руку успел забинтовать, уже новые боты появились. Блять, тут нашего завалили! Тоже бот. Быстро! Снял гранатомет. И куда-нибудь с ним ушел.
нашего! Сука, ёбнули нашего! Вон он! У меня уже патронов нету, надо выходить. Чего? Это боты меня, да, рашут идут? Смотрите, мне залутал типа. Почему? Всех залутал в туалете, в двери, слева в комнате, справа в комнате. Всех полутал. Все жетончики забраны. Сколько ботов? Раз, два, три, четыре. 24 бота я убил в общаге. Я же... Ну да, я прибежал в общагу, я только там и находился. Просто 24 бота в общаге. Если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.